Мастер Кроверх приветствует претендента. Геральт приветствует. Заткнись, давай. Кроверха. Просто бьем рожи. Принять вызов и сразиться с чемпионом таверны. Лол. Давай. Ой, по максимуму. Давайте здесь нужно проиграть невозможно. С этим вашим Георгом. Если он меня не вырубает за один удар, конечно. Внимание, вот этот ведьмак выйдет на ристалище против чемпиона таверны Георга Георгиуса, прозываемого также Капро. Копра. А пока наш чемпион готовится, давай поболтаем. Поговорим о деньгах. Ты можешь порядочно заработать. Главное, слушай, что тебе говорят. Предлагаешь устроить сговор? Я не предлагаю никого обманывать. Я просто хочу сделать настоящее зрелище. Что скажешь? Давай. Я слушаю. Нет, я слушаю. Сколько я получу, если сдам бой? Больше, чем если б ты его выиграл. Не. Поцелуй меня в жопу, мастер крови. Вот это того стоило. А приветствуем на ринге соперников. Геральта и Георга Георгиуса по прозвищу Копёр. Копра. Пусть победит сильнейший. Хераси, ты большая жирная жопа, а? С меня хватит. Иди, иди сюда. Давай, сука. Давай, иди сюда. Окей. О, май гад, серьезно? Он мне станет, если его долго бить. Кого-то за... за стенку. Только что отправили. Ну давай, сука! Сам ты, сука, понял? Давай, давай, нападай! Эй, Копра, давай! Свидание, минус один. Победителем в бою и новым чемпионом нашей таверны стал Геральт. Вот твоя награда. Теперь целую жопу. Еще можно подраться с Арчибальдом О'Нейлом. Он обычно где-нибудь у входа в трущобы. Есть еще Мортимер, капитан стражи. У него пост у Оксенфурдских ворот. Окей, тут у вас, я смотрю, трава растет наверху. Может, что-нибудь скажете про это дело? О вашей траве наверху. А где корчмарь? Можно? Смотря что. Я ищу кого-нибудь, кто идет на скеллиге и возьмет меня на борт. Моя тропас идет на скеллиг. Все равно везу. Только тихо. У тебя деньги есть? Нужно раздобыть денег. Я раздобуду. Никуда не денешься. Потому как за даром я даже в корыте жопу мочить не стану. Понял? Я такой, понял. Вот его классно звучили. Понял. Я вообще-то... Нет, тут есть другой вариант какой-нибудь. Не платить, естественно. Где там кулаки ярости? Кулаки ярости, кулаки... Вот они. То прежде есть квесты седьмого левела. Так, может таким образом я себе найду, я не знаю, цирюльника здесь. То бегаю как заросший немножко парень. Я так ласково не назвал Геральта бомжом. Там написали в комментах, сам бомж. Чего обижаешь придуманного персонажа, я за него паспорт моргал и выколю. И вообще, если ты посмеешь хоть что-то плохое о нем сказать, я приду тебя и повешу. Ведь это выдуманный персонаж, как ты мог о нем так отозваться? Не, ну девушку на свою насрать. Ну, потому что у меня ее нет, да? Но вот по поводу этого не смей говорить так. Я принимаю персонажа. Ты же драться будешь? Дай по максимуму. А, да. Что-то дешево как-то. Ягер. Парень, видимо, дешевый совсем. Вы слышали? Поединок начинается! Наш чемпион! Да. Давайте пропустим. Хорошо. Как бы мы это слышали, это слышать второй раз. Хераси дешевый!
парень. Отходит еще, падла. Ау. А почему он наносит урона меньше, чем... чем тот, с которым я только что дрался. И хп у него меньше. Меня бесит то, что они заходят в людей. Ай. Фак. Вот понял тебе ответочка, понял? Такой, на, так вот. Господа, у нас новый чемпион, который только что сверх с трона Арчибальда Унейла. Браво, Геральт! А Геральт такой стыл, такой, да, детка. Его физиономия. Не драться, чтобы стать лучшим на Виграде. Что же, если охота подраться, попробуй выстоять против капитана стражи. Отлично. О, давай с той проституткой поделимся. Я ничего не делала. Че, серьезно? Я не могу по... Ну почему проститутки не могу по жопе подавать, надавать-то? А ну что, я ничего не делал. Обычно, когда говорят, я ничего не делал, обычно сделали все, что только можно. Окей. What the f... Вы это видели? Че, серьезно, не попал? Окей, я не знаю, что вы здесь сделали, парни, ну ладно. Просто так получилось. Ну блин, там парни, видимо, как-то странно, он вроде, его скорее всего хитбокс, да, которому он принадлежит. Найс! В смысле, какая у чувака прикидка, вот видите, вот это, который кашляет. Да, я про него, именно про него. Они, по-моему, больше проституток сделали в своей Польше. Я имею в виду для этой игры, чем персонажи, с которыми ты говоришь, серьезно. Здесь проституток разнообразных больше, чем лиц мужиков. Все понятно, чем они занимались там. На деньги с предзаказов. А игру сделали так за 2 дня. Ну вот что он останавливается? Ну, я ему говорю, беги. Выносливость закончилась, он не бежит. Какого хрена? Какого хрена, спрашивается? Так, кто, кому здесь подсунуть? Чё подсунуть? А, все вижу. Я Геральт. Не важно, как тебя зовут. Не важно, откуда ты родом. Да-да-да, капитан Мортимер. Да, давай драться. Давай по максимуму. Я денег сделал на этом просто миллиард. Там еще 4-й будет стопудово. Как только сразу не надо нападать, хорошо? Вот. Вот как это называть? Вот. Ритания! Иди, иди. Фак. Никогда, кстати, не понимал бокс. Чуваки приходят, ну, в смысле, бокс смотреть вот именно в зале. На двух людей, которые дубасят друг дружку. Никогда этого не понимал. По телеку еще норм. Сам вид состязания норм, но вот чтобы приходить смотреть в потном зале. Ты доказал, так как UFC. Футбол, окей, там большой зал, такая акустика и так далее. Почувствовать это. Там же состоится бой. Приходи, как стемнеет. Окей, бегу, бегу. Экономически. Да, вот. А вот смотреть это в зале. Do not understand. Ладно, сейчас мы набьем харю этому дебилу тоже.
А, ну вот эти вот, вот эти вот удары, которые они делают, когда ты вот, вот только прогружаешься, это, конечно, да. Я вот так и говорю, вот только по себе меня ударить, и вот скотина меня бьет вот в этот момент, а. Вот, вот падла. Почему здесь проституток нельзя снимать? Ну чё, Геральт реально постарел, что ли? Он же ведьмак. Ему какая разница, он всегда готов. Если чё, магией там поднимет свой меч на женщину. И скажет, мол, давай, готовь борщ. Пока он сам сидит в кресле и смотрит там двигающиеся картинки. Реально, вторая проститутка просто берет и рисует картинки и показывает ему, двигает как бы лево, вправо. Шутки за 300. Я здесь не был? Серьезно? А где я вообще? А, я выбежал. Окей. Нормал. А чё он здесь-то тусит? Да, я хочу драться. Сам ты приблуда, понял? Тебя. Уже принимаем ставки. Ты был взвешен, измерен и найден легким. В каком из миров ты мог бы меня победить? С виду чужак худосочный, но не забывайте. В Велине он одолел самого сержанта. Начнем. Говно этот ваш чемпион. А что, все чемпионы Новиграда были таким зазнавшимся говном, как этот эльф? Нет, я первый. Знаешь, почему меня называют портным? Я раскроил немало людей. Вот этими вот руками. Я знал, что ты расскажешь какую-нибудь говёную историю. А я двумя пальцами. Ему нечего ответить. По максимуму. Я пришел сюда драться с портным, так что начнем. Жители Новиграда, через минуту вы станете свидетелями знаменательного события. Перед вами Геральт из Ривии выйдет против портного. Ну-ка иди ко мне, дядюшка Дурден сошьет тебе новую мордочку. Я сейчас сразу отступать буду. Сразу уже нажимаю кнопочку ворота. Ах ты козел! Он быстрее! Ух ты, нихера себе! Окей, он быстрее, чем те парни. А теперь посмотри на себя в зеркало. Так. Да. Очень интересно. Настанет сегодня. Я хочу еще раз сразиться с портным. Нет, я же деньги просрал. Так, контрольная точка. Ну, наверное, здесь, да? Я только хз, я уже дрался с ним здесь или нет? И раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велин. Что-то новое? Девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. У меня перед этим другая, перед тем, как я загружался, была другая заставочка, но окей. Здесь много-много всяческих заставок, в зависимости от того, как вы проходите. Можно на первой сложности вообще идти сразу на финал, по-моему. Вот вообще забить и идти сразу на финал. Там даже думать не надо. Серьезно. В битве. Ты просто сидишь и кликаешь левую кнопку мыши. Может, другие не кликать даже. Просто заходишь в толпу накеров и начинаешь кликать. И, короче говоря, ты всех убил. Стальным мечом. Сломанным. Без брони. Когда ничего не видишь. Пьяный. Полностью отравленный. Да у меня кровь, кружение. Счастье так, настанет. Ну, я, наверное, потерял деньги, да? Я хочу еще раз сразить. А, еще раз. Ну, ок, давайте все по-честному тогда. Раз проиграл один раз, то проиграл один раз. Окей. Отыграемся. Вот сука! Давай. Вы видели? У него пропал этот значок. Зараза. Охереть! Серьезно? Окей. Надо блокировать его, окей, здесь совсем другая система.
После каждого, кстати, поражения меня сохраняет. Согласно сведениям имперской разведки, Цири добралась... Ну вот здесь другая уже. Девушку в самом видимо, в зависимости от того, где ты находишься. В зависимости от локации, где ты стоишь, где сохраняешься, тебе показывают различные сцены. Там хоть умереть можно достойно. Иди, иди сюда. И в это время он, сука! Как пизданет! Клочки по всей улице полетели! Взорвался! Колдун долбанный! Почему я по нему не попадаю? Лол, окей. Было бы хорошо, наверное, на него. Главное, чтобы он быстрый удар свой не наносил. А если сейчас не контратаковал? Вроде контратаковал, ну ладно. Видите, он свои маленькие кулачки не показывает. Все нормально, сразу. Дурден больше не чемпион. С этой минуты титул принадлежит Геральту. Надо просто сосредоточиться. Если хочешь еще кому-нибудь рыло начистить, в Велине и на Скеллиге тоже найдутся мастера кулаки почесать. В Велине-то я уже всех подмочил. С паленым мясом. Почему они не жгут эти костры за стенами? И где этот? А я нету, да? А, я же не завершил точно, у меня там кулаки ярости остались. Ну, не здесь, но остались. Ну так что дальше? Седьмой левел. Как так? Для предыдущего квеста нужен был 10-й, а этот 7-й. Как так? Я вообще не понимаю. То есть 10-й нужен для квеста, который по сюжету идет перед 7-м. Короче говоря, скорее всего, скейлится по левелам монстров, которые в этом квесте присутствуют. Или мобов. Ну, это понятно, как бы там. С чего начнем? Давайте с этого и начнем. О, боже мой, что это? Серьезно, он вот здесь находится? О, май год. Видимо, мне придется вот это все проскакать. Ладно. Что делать-то, погнали. Эй, Ботвинник, гоу. Давай, погнали. Я всегда готов. Ботвинник. Нам нужно поговорить с тобой о чем-то более разумном. Вот смотри, да? Вот когда я уйду, допустим, от дел, Ботвинник, вот ты, конечно, жжешь, тебе смешно, да, вот сейчас. То, что я уйду от дел, все дела, да как я уйду от дел, ну, трахать-то баб. Нет, ты подумай, да, вот размеренную жизнь начну, да? Нарожаю себе парочку геральтенков и все. В общем, а вот что ты будешь делать? Вот ты что вообще делаешь? Ты смотри, как ты как ДЦП встаешь на передние ноги свои и пытаешься что-то рассмотреть вдалеке. Не пытаешься приструнить парочку коней, чтобы они за тобой ухаживали. Вообще ничего не пытаешься сделать. Но все же. Тебе-то надо что-то будет делать без меня-то, ну? Поэтому. Мы сбиваем сейчас парочку людей. И сваливаем. Давай, давай. Вот видишь, вот так надо яростно подходить. Вот так же с конями надо. Просто заходишь и вот даешь пощечину. Ну, говоришь, ты почему за мной не ухаживаешь? Или что-то типа того. О, видишь, вот видишь вот эту дамочку? Сейчас смотри, как мы разрулим ситуацию. Смотри. А вы, барышня, куда? Не торопись. А может, вы нам еще что-то? Действительно. Вот видишь? Вот именно.
Поняла, как разруливать? Вот как эти мужики. Вот подходишь такая, а грамоту покажете? Да, вот так же, короче говоря, меня на работу не принимают. Поэтому я грамоту показывал. Показывал. А мне, короче, говорят, на, киш ей в рот. Мы не возьмем тебя на директора Газпрома. Что такое Газпром? Это херня какая-то, не знаю, я упоротый, прости. Я тут, короче говоря, бухал немножко. Двух монстров, помнишь, забил, да? Да, плотва. Твой хозяин наркоман. У него большой карман. А у тебя дыхалки нет. Вот такой судьбы привет. Так, что у нас здесь? Такое чувство, как будто в какашке, да, наступил плотва. Бывает. Вон, с гусы не можешь отпинать, разрешаю. Мясо на колбасу. Осторожно, люди, берегитесь этих беженцев из Велина. Займусь любую работу. Там, берегитесь беженцев из Велина, я беженец из Велина. Ага. Найму садовника, ищу батраков. Или батраков. Ну, правильно, батрак, как бы ударение ставит, но все же. Как, батрак, ну, хз. Просто забили, положили, наложили. Давайте все здесь обыщем. Че, какая разница? Мы все равно близко. Но. Нет, корова жива. Че у нас здесь? Но пошла. Эй, пс. Это съемки сериала, не боишься ли ты темноты? Теперь помедленнее. Ладно, погнали. О, хэро, гайз. Ой. Вау. Вот это лагерь. А, там еще кто-то есть? Парень, ты по писите ходил, да? Привет. Спустим. Иди сюда. Я-то без устали могу бить. Оу, нормально. Это из тебя выпало, да? Это как из стены в Castlevania, да? Ладно. Еще на куриножку. Сойдет, спим, потянет масло. Не. Говно какое-нибудь все равно валяется здесь. Лучше масло. О, отличное седло. Винный камень пойдет. Лошадиная шкура, кроны. Заберу все. На, это можно не брать. Что там с седлом? Ты что, шутишь, что ли? Да иди-ка ты в жопу. Сейчас. Прям вот бегу, вот, и вот ржу, как плотва. По-любому здесь тоже лагерь бандитов. Я даже не знаю, стоит ли мне на них отвлекаться. Шевелись, базариться. Эй, мудаки, это тоже вы, да? Или все-таки место силы? О, слушайте, наверху может место силы? Так, по-моему, это место силы. Ботвинник. Я скоро приду. Тихо. Yes! Просто вот сейчас вот so hard. Фак. А как мне туда попасть? А, все, вижу. Да ты жопа с ручкой. Хватит кататься на своих потрясающих прикольных ботинках. Я такие же хочу, кстати. Медальон рожен. Это место силы. Акси. Целый акси. Ну, то есть, эти места силы, они больше для того, чтобы тебе дать бесплатное очко умений. Потому что вы их просто посещать не будете так часто. Так. Я вообще хочу прокачать какую-то одну ветку. Так, вот здесь что? Здоровье останавливается в зависимости от доступных очков адреналина плюс 50% дополнительно. Я думаю, что 25% мне хватит по полной программе. Что здесь еще есть? Сколько здесь еще очков надо вложить, чтобы... Фак. Еще 12 нужно вложить, чтобы полностью прокачать эту ветку. Угу. Я никогда не запоминал, вот как они выглядят и все. Я только квен помню и все, потому что я им пользуюсь чаще всего. Короче, это протестировали, говно собачье. Кто там говорил, что это крутая штука? Нет, это говно собачье. Не, ну на легкой сложности может быть. Но
но не на этой. Так, на каком-то влияли троица мутаген. На 15-м, на 16-м. 28-й, 30-й. Замечательно просто, ждать не. Окей. Ладно, тогда... Здесь же все говно, да? Да, все говно. Отражает стрелы при парировании. Ну, вот это прокачай, потом эти два. Все ради ачивки. Хотя, можно же купить эликсир. Можно купить эликсир, который сбивает два эликсира, которые... А у кого я его видел эликсир? По-моему, у кого-то... Блин, я уже не помню. Прикиньте. А у кого я видел? Я не помню. У какого-то из купцов или кузнеца. Короче, у кого-то. Поэтому наплевать. Поэтому я его куплю и просто, если что, распределю все нужные скиллы. Да, я так и сделаю. Я сейчас даже посмотрю, я смогу это сделать? Прямо сейчас. Две штуки куплю, распределю, потом заново распределю. Очко потрачено 12, 18, 21. Значит, 21, а здесь сколько нужно? 15, плюс 6, 21 ровно. Окей. То есть я могу, в принципе, взять, купить ту херню, которая сбрасывает полностью скиллы. Человек, я не какая-нибудь российская, я тоталитарная российская. Или тотальная, какая-нибудь, выбирайте сами. Вот Плотва, вот сама подумай, да? Вот если она не российская, то почему она говорит, что она не российская? А? Я вот не расист, да? Я не говорю, что я не расист, я просто говорю то, что узкоглазым вход в мою хату воспрещен. То есть запрещен. Да какая разница? Просто узкоглазым нельзя сюда попадать. Понимаешь, да, Плотва? Вот я коней спокойно пущу. Спокойно включу белых. Негров не пущу, потому что они утащат мой велик и телевизор. Потому что у меня плазма на всю стену. Может быть, даже утащат мою женщину. Хотя нет, они будут утаскивать женщину. Они обычно утащат из дома парочку. Тут стена, Плотва. Но... Дура, что ли? Зачем ты меня в стену ведешь? Ты же умная лошадь, ты меня должна вести. Ты как GPS. Так вот, и чё? И чё? Они обычно утаскивают из своих домов еще парочку черных парней и, короче говоря, ну, занимаются выпеканием блинчиков с чужими женами. Это я научился по игре Чипи Суперстарс. Знаешь такую, да? Что за игра? Что за плазма? Плотва, прости. У меня видение будущего, в котором все говно. Понимаешь? Поэтому я предлагаю сдохнуть сейчас. Хочешь прыгнуть за броню? Нет, не хочешь? Ладно. Не, ну как вариант просто, Плотва. Я не думаю, что ты доживешь до того момента, но все же. Вдруг ты как-нибудь там... Вдруг тебя возродят, знаешь, как... при помощи парка лошадиного периода. Не хочешь? Нет? Ну ладно, тогда поскакали. Ведь как вариант, мы можем просто убиться вместе. Хочешь медведя? Нет, не хочешь медведя? Ладно. Ну просто если бы хотел медведя, то ты бы мне сказал, да? Я бы сказал. Хочу медведя. Вот волочки. Вот, молодец, видишь, как когда ссышишь, тогда надо отходить. Это что за говнище? Фак. One hit. Мне показалось, что вот это вот дерево это враг. О май гад, это что за херня? Понял? Леший? Какого левела? Погнали. Не, слишком я юн для него.
Да, слишком... Слишком у меня маленький урон. Не, можно, конечно, поприкалываться, но... Это долго, я не хочу. Потом вернусь. Нет смысла сейчас с ним сражаться. Ну, просто он слишком толстый. Он не сложный, он толстый. Он не как бес. Вот бес сложный, да. А, леший нет. Так, я лошадь успокоил. Теперь на лошади Иисус. Jesus! Плотва is Jesus! Jesus, плотва! Плотва, Jesus! Oh, Jesus Christ! Так, по-моему, мы немножко не туда заехали. Плотвинушка. Ботвинник. Плотва, тебе нравится, когда я называю тебя ботвинником? Видите, как вариант. Я могу называть тебя и... Гоголем. Хочешь, Гоголем буду звать? Кто это такой? ХЗ. Теперь помедленнее. Гоголь Моголь, знаешь, нет? Вот такой вот есть. О, hero, my friend! Скоро с тебя спустим. Давай. Лол. Фак! Это я зря начал так бить. Вах? Что, еще кто-то есть? А, да, правда. Окей. Как насчет такси, бро? Ух ты, нихера себе. А у меня стрелы теперь ограничены в арбалете. Почему? Окей. Не знаю, почему, как я их надел случайно. Как же неудобно перемещаться, когда он бегает. Мало кто помогает эльфу в нашем мире. Так что я непременно тебя отблагодарю, Владгер. Заходи к нам в лагерь. У меня найдется для тебя подарок. Еще тебе искать. Я вообще пришел сюда, чтобы вопросик на карте убрался. Вау. Очень полезно. Эй, подвинник, так вот, возвращаясь к нашему разговору. А? Но... Насчет Гоголя. Вот смотри. Гоголь и Толстой. А? Ну, с одной стороны, да, ты как бы... украинец, которого похоронили заживо, да? Как экономика украинская. Ну, в скором времени. Либо ты просто... создание, которое пишет столько всего, кто что читает, по-моему, только... Даже он сам не прочитал. Он сам написал, и это создание написал, и не прочитал. Тебе не интересно, что я говорю, да? Я упоротый наркоман. Ладно, прости. Бывает. 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 Иногда у меня бывает, естественно, я понимаю. Я плохой хозяин. Если найдешь лучше, свистни. Я, может, тебя отпущу. Нет, на самом деле. Дом полностью разрушен, но магический круг выдержал. Кажется, портал закрыт. Может, его открывает один из предметов, принадлежавших Аэрамусу? Так, один минус. У меня не осталось никаких бафов. Да fuck my life. Что это? А что наверху? Вот это чё? Перемещаться иногда невозможно просто. Хм. Последняя запись черди Аэрамуса. Так, а где она? Охотники несколько дней кружат по округе. Конечно, я и раньше знал, что они появятся. Видение после ароматного лимбургера было очень выразительно. Но я должен рискнуть и остаться здесь еще на несколько дней. Сыры вошли в решающую фазу дозревания, и о транспортировке их не может быть речи. Я работал над этим рецептом 40 лет и предпочту скорее погибнуть сейчас, нежели сдаться. На тот случай, если я буду не в состоянии предсказать и упредить нападение охотников, оставляю мое самое ценное имущество тому смерчику, что сумеет его найти. Надеюсь, эта награда вдохновит его на продолжение моего дела и направит его путем выдающихся тиромантов. Так, главное не подорвать нихера.
А то мало ли. Упс, я зашел случайно, что ли, в портал?